Латвии, не из Литвы, Петр, это Латвия, мы соседи. Но у меня, сразу скажу, у меня грандиозная команда в Литве, и они сегодня, я думаю, тоже здесь находятся. Поэтому, да, я из Латвии, меня зовут Ирина Стрижко. Буквально в конце этого месяца будет год, как я нахожусь в нашей ассоциации. Знаете, друзья, если сказать, что я счастлива, это значит ничего не сказать. Хотя на момент, когда я появилась в нашей ассоциации, мне казалось, что я счастлива. У меня все было прекрасно. То есть я не приехала на хромой кобыле. Я нормально зашла, да, как и многие из вас. И знаете, слушая спикеров, я часто так же отзывается в сердце. Ой, и у меня так было, ой, у меня так было, ой, у меня так было. И ты понимаешь... Ты находишься в нужное время, в нужном месте. Мы на самом деле, друзья, с вами счастливчики. Счастливчики. И это в полной мере именно я оценила, когда появился в моей жизни суперчамп. Я влетела, я зашла. На момент, когда я проходила обучение, я уже была влюблена в суперчамп. Юлия Махунова, которая... принесла, так скажем, эту методику, привезла из Болгарии в Латвию, рассказала мне, что есть такой Довгань, что он придумал вот такую методику. Конечно, кроме алкоголя, там, сметаны и продуктов, я ничего о Довгане не знала. Но вы знаете, на тот момент, когда я пришла на тренировку, я была влюблена в этого человека. Я смотрела его интервью, я смотрела его подачу, я смотрела его драйв. И поняла, о, это мой человек, потому что я люблю жестикулировать, я люблю кричать, я люблю громко говорить, у меня такие вибрации, как у него. И я была влюблена, и я пришла учиться к Степану, к величайшему Степану Кучеренко, и в него я тоже влюбилась. Вы знаете, это вот такое состояние любви, влюбленности, да, которое даже в семье, даже с близким человеком, ну, где-то притупляется. А здесь оно все зажглось. И даже к своему любимому мужу, к своим любимым детям, к своему миру. И вот первые дни тренировки, от самого первого нашего прекрасного упражнения, от улыбки в небе радуга проснется. Одно только это упражнение, друзья, которое не по заслугам куда-то нами отставлено, оно может поменять весь мир. Просто мы слишком быстро превращаемся в тёток и дядек, потому что улыбку забыли, потому что потеряли это качество улыбаться людям, улыбаться себе в зеркало. И вот только одно это упражнение дает нам, знаете, вот эту невероятную любовь к жизни, к людям. И мы идем, мы двигаемся. И вот каждая наша жемчужинка по праву, которая так именно и называется, раскрывает в нас все больше и больше счастья, любви, вот этого потенциала невероятного. Когда ты хочешь своим сердцем обнять весь мир, когда ты хочешь бежать и сказать: «Люди, проснитесь, пришло время! Пришло время! Не завтра, не послезавтра, не когда-то, сегодня и сейчас!» Чему меня научил суперджамп, мой любимый суперджамп — жить в моменте. Я 100 раз это слышала, где-то там, откуда-то там, да? Но вот самое главное, наверное, да, когда ты понимаешь, сегодня лучшее время, сейчас лучшее время, сейчас лучший шанс. Вот когда ты это взял в свою жизнь, вот тогда и происходят эти чудеса. Тогда ты становишься творцом своей реальности, это правда. От маленьких чудес, когда ты приезжаешь на стоянку, все занято, тебе раз место освободили. Когда ты приходишь в огромную очередь, а она раз рядом касса открылась для тебя специально. Понимаете? И так во всем. У меня, может быть, нету каких-то ярких историй, которые я здесь часто слышу. Но вы знаете, моя жизнь на самом деле яркая. Она вся яркая. Знаете такую пословицу, когда говорят, когда ранее говорили «хлеб всему голова», я сейчас говорю «суперджамп всему голова». Потому что, пройдя суперджамп, вы поймете, как вкусен хлеб, как вкусна жизнь. Какая она уникальная, какая она гениальная. Ваша жизнь, наша жизнь, моя жизнь. И вот, друзья, ни одного дня, ни одной минуточки, ни одной секундочки я не сомневаюсь в методике суперджамп. Все может произойти в нашей жизни. И события у нас разные, да. И в странах мы с вами живем разных. И вы знаете все эти политические передряги.
Но я вам скажу, это то, что объединяет народы. Это то, что объединяет народы. В моей прекрасной команде большая часть — это литовцы. Да, это мы русскоговорящие здесь люди. То есть это на самом деле не имеет ни национальности методика, она не имеет власти вот такой, под которой мы с вами живем. Это другая власть, это Божья власть, это власть жизни. Да? И здесь другие законы, потому что здесь правит любовь. И вот самая вот важная цель, да, самая важная цель нашей методики — показать это людям, раскрыть это людям. Нам не за что стесняться с вами, нам нечего бояться с вами. Потому что лучшего на самом деле, лучшего, вот я тоже ничего не видела. Я ищущий человек, я любознательный человек. Да? И то, что я получила именно от нашей методики, от этих прекрасных жемчужинок, мне кажется, знаете, вот всю жизнь можно действительно обучаться, всю жизнь что-то искать, где-то биться и в закрытую дверь, и туда, да. Ну, суперджамп в моей жизни лично, он поставил все по местам. Знаете, вот эту вот разбалансированную крутую тачку, я так себя... Потому что все в моей жизни действительно есть. Но вот этого баланса не было. Я на все четыре колеса наконец-то встала. И знаете, я пришла домой. Я пришла домой, когда я пришла в суперджамп. Я пришла в тот дом, где нет ограничений, где нет стен, где нет крыши, да? Где есть безграничное чувство любви. Чувство вот это, знаете, когда ты служишь людям, когда ты просто отдаешь, не задумываясь, получишь ли ты что-то взамен. И в твоей жизни каждый день происходят чудеса. И одна только улыбка, напомню вам, друзья, одна только улыбка способна творить чудеса. Поэтому в своих группах, когда я веду тренировки, а тренировки я начала вести сразу, буквально через буквально неделю, да? Когда ты ведешь тренировки и просто говоришь: «Души мои, вы здесь!» И улыбка идет впереди себя, и ты понимаешь, мы находимся в моменте, здесь и сейчас. И ничего, правда, ничего другого не существует в этот момент. Это твоя жизнь, это вкус твоей жизни. И какой он у тебя, только от тебя это зависит. А нам дан для этого с вами просто офигенный инструмент. Давайте его использовать на полную катушку. И если вдруг сегодня в твоем городе, ну, не светит солнце, еще не разошлись тучи, всегда помни, что твой свет, твое солнце внутри тебя. Если я светить не буду, если ты светить не будешь, если мы светить не будем, кто тогда рассеет тьму? Поэтому, друзья мои, просто улыбайтесь. Несите эту миссию, которую вы получили. Несите в свет. Люди нуждаются. Справа, слева, в каком-то городе, в какой-то деревушке соседней. Просто горите этим сами. Движьте себя этим. И отдавайте, отдавайте, отдавайте. Сейте, сейте, сейте. Эти семена обязательно взрастут. По-другому не бывает. По-другому не бывает. Да, и солнце засветит, и дождик пройдет. Поэтому я просто благодарна. Я благодарна каждому человеку, который принял участие, так скажем, в моей судьбе, начиная от Юлечки Махуновой, Роберт Ура, который появился в такой красивой вещи, эту методику рассказал, Степану Кучеренко, который просто донес, раскусил каждую жемчужинку, Наталье и Евгению, которые до сих пор меня не оставляют, даже если я где-то исчезла, уехала отдохнуть, там месяц меня нет, они стучат все время в мою дверь. Я благодарна каждому, Довганя просто обожаю за то, что он придумал эту великую, гениальную, уникальную методику, и он подарил нам, подарил, не смотрите на эту цену, это бесценно. То, что нам этот человек дал, это не оценивается никакими деньгами. Это бесценный дар. Давайте его разумно использовать. Я желаю всем нам мира, добра, тепла. И всем привет из солнечной Латвии. Я вас всех обнимаю своим интеллект-тренерским, горячим сердцем. Пётр...